заключили контракты с Казахстаном, Беларуси, а также с внутренним контрактом, газ тепловой, станции тепловой и так далее. Мы сегодня хотим работать. Я думаю, вы хотите. И, пожалуйста, дорогие гости, вы когда уйдете от Ярослава Мудрого, вы хоть посмотрите ему в глаза. Он смотрит на вас и думает: Господи, тише, тише, вы не знали горя и не родиться.